Глава Ленинского городского округа Станислав Катров навестил жителей поселка Развилка, которые пострадали во время теракта в Крокус-Сити-Холле. Юлия Хваткова получила осколочное ранение в плечо, а Савелий Никитин – пулевое ранение. Молодые люди находились на стационарном лечении, а сейчас выписаны для дальнейшей реабилитации. Это от нас небольшой подарок, теплый плед, чтобы было дома уютно. Сотрудниками администрации округа были направлены письма на имя министра правительства Москвы о необходимости осуществить единовременную выплату пострадавшим. Все вопросы, которые у вас возникают, вы не стесняйтесь, говорите. Мы будем рядом, будем помогать, потому что знаю, что эмоционально есть определенная тяжесть, да, и физически, поэтому мы рядом. И если необходима помощь, обязательно говорите здесь. Савелий выплату в размере 500 тысяч рублей уже получил. Администрация продолжит оказывать поддержку и держать ситуацию на контроле.